Одинцовской детской школе искусств «Классика» исполняется 60 лет. Ее история началась в 1961 году, когда в поселке Баковка открылась вечерняя музыкальная школа. Юные музыканты осваивали фортепиано, скрипку, народные инструменты, хоровое пение. Их вдохновляли первый директор ДШИ Владимир Жаров и знаменитый пианист Виктор Миржанов, который часто бывал в молодой школе. Свой юбилей «Классика» отметит 15 октября. Торжество начнется в 16 часов. Приглашаются все желающие.